Здравствуйте, давайте начнем работать. Повестка сегодняшнего совета по стратегическому развитию и национальным проектам наполнена значимыми, принципиальными вопросами. Вместе с коллегами из правительства, парламентариями, руководителями регионов, деловыми и общественными объединениями мы обсудим ключевые направления развития страны, наших дальнейших действий. А их главная, объединяющая задача – это повышение качества жизни граждан. Еще раз хочу подчеркнуть, в центре всех наших решений, планов, программ должен находиться человек. Мы об этом много-много раз уже говорили. Интересы, безопасность российских семей на первом месте должны быть. Именно в этой логике мы действовали во время эпидемии коронавируса, когда главным приоритетом стала борьба за каждую жизнь, защита здоровья наших граждан, их уверенности в будущем. Именно здесь мы концентрировали усилия и федеральных, и региональных властей, медицинских и научных центров, делового сообщества и некоммерческих, волонтерских организаций. Такое действительно общенациональное объединение позволило нам достойно ответить на вызов эпидемии. Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, но в целом, можно сказать, достойно ответить на вызов эпидемии. В России ежедневно сейчас проводится более 300 тысяч тестирований граждан на коронавирус. На 11 июля текущего года развернуто более 170 377 специализированных коек. И только 66% сегодня задействовано по прямому назначению. И, конечно, это позволило нам начать постепенный перевод мобилизованных медучреждений, а это тоже нам удалось сделать достаточно быстро, в штатный режим работы. Отмечу, что по одному из, я считаю, одному из основных показателей эффективности нашей работы по летальности, все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения. Ежесуточный процент выявленных случаев заболеваний в нашей стране остается стабильным, а тех, кто поправился, их количество растет. В этой связи подавляющее число субъектов Российская Федерация приступила к смягчению режимов самоизоляции граждан и иных противоэпидемиологических ограничений. Да, конечно, борьба с этой угрозой еще продолжается, но главное, мы видим позитивную динамику, и сейчас важно действовать аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но все-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере. На протяжении всех этих достаточно трудных недель и месяцев мы получили важный опыт принятия точечных, выверенных, но своевременных, считаю, решений, причем в короткие достаточно сроки. Смогли отработать и запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса, которые были так необходимы в это сложное время и в первую очередь российским семьям, работникам предприятий и организаций. Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы. Все это говорит о том, что у нас есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно. Подчас, надо признать, нам все-таки этой слаженности на первых этапах борьбы с эпидемией не хватало. Но именно такие высокие требования к качеству работы всей системы государственного управления предъявили и наши граждане в ходе голосования по поправкам в Конституцию. И этот общественный запрос, безусловно, должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов. Должен быть отражен во всех наших стратегических планах и инициативу. Сегодня предлагаю предметно посмотреть на
основной механизм решения системных задач развития, а именно на национальные проекты. Предлагаю обсудить их актуализацию на основе выбора людей с учетом накопленного опыта и уроков последних месяцев. Мы должны корректировать, разумеется, нашу работу, исходя из реальной ситуации. Сразу скажу, несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными. Да, мы обязательно должны учитывать новые факторы и обстоятельства. Только что об этом сказал. Особенно связанные и с эпидемией, и с последовавшими экономическими реалиями, с экономическим кризисом, с теми тенденциями, которые развиваются сейчас и в глобальной экономике, и у нас в стране. Повторю, мы должны учитывать эти факторы и возникающие ограничения. Но как учитывать? Мы должны более эффективно распределять наши возможности, маневрировать средствами. И в этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год. И уже сейчас в развитии поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. Обозначу здесь несколько основных блоков, каждый из которых дополняет друг друга, формирует современную среду для жизни российских семей, для развития человека. На чем хотел бы остановиться? Первое. Это прежде всего сбережение здоровья и благополучия людей. В последние месяцы мы это осознали особенно остро. Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни. Конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом «бедность». Решение здесь очевидно. Нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело. Нам также предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, направить на это дополнительные ресурсы. Всю систему медицинской помощи, включая ее первичное звено, а мы об этом много говорили, и планы есть соответствующие на этот счет, мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной эффективно реагировать на любые вызовы. Добавлю, это касается и системы мобилизационной готовности страны в целом. А это означает, что даже в экстренных ситуациях, связанных с возможными глобальными эпидемиями, плановая медицинская помощь в России должна оказываться в ритмичном режиме. И если возникают новые вызовы, мы должны на них быстро отвечать. И, конечно, в целом должны соответствовать современным стандартам качества и доступности. Второй крупный блок – это создание возможности для самореализации людей, для развития талантов детей, молодых людей, молодежи в целом. В период эпидемии все уровни отечественного образования, и отмечаю это как очень положительный фактор, показали свою способность быстро меняться, сохраняя при этом устойчивость, предлагать новые формы формата работы. Этот кадровый, технологический, организационный потенциал образования и, конечно, добавлю, науки, безусловно, является нашим сильным конкурентным преимуществом. Убежден, что, опираясь на него, мы можем поставить и следующую задачу, а именно – Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по объемам научных исследований и разработок. Ключевое условие для этого – сделать все, чтобы каждый молодой человек, независимо от того, где он родился, какой уровень дохода у его семьи, мог получить качественное образование, раскрыть свой дар, заложенные природой таланты. Далее, третий блок наших задач – комфортная и безопасная среда для жизни человека. Здесь важен целый комплекс вопросов, включая прежде всего экологическое благополучие и снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. У нас есть здесь свои задачи, мы о них говорили, планы выработаны соответствующие. Более того, мы взяли и определенные на себя международные обязательства. Уже не раз говорил, проблемы в этой сфере у нас копились многие-многие годы. И мы приступили к их решению. При этом важно не только ликвидировать накопленный уже ущерб окружающей среде, но и смотреть вперед, учитывая в том числе
вызовы, с которыми мы сталкиваемся в сфере изменения климата. Мы это наблюдаем, видим своими глазами. И, конечно, предметом особого внимания, прежде всего, коллег в регионах, должно служить улучшение условий труда в городах и населенных пунктах, в сельских территориях нашей страны. Решение жилищных проблем граждан – чрезвычайно важный вопрос. Так же, как укрепление опорной инфраструктуры, в том числе сети автомобильных дорог. Напомню, что к 2018 году мы набрали неплохой темп строительства и ремонта федеральных автотрасс. За последние два года сосредоточили усилия на том, чтобы привести в порядок региональные дороги. Очевидно, что эта работа и дальше должна быть продолжена. При этом, подчеркну, речь идет не только о бюджетных вложениях в инфраструктуру. Важно привлекать новые источники финансирования этих расходов, использовать опыт наших ведущих компаний. Я уже приводил пример российских железных дорог. Коллеги сориентировались и выстроили хорошую здесь работу. Они выпустили облигации под свою инвестиционную программу. Хорошо идет эта работа. Также отмечу и корпорацию «Дома РФ», которая под собственные ценные бумаги привлекает средства на развитие ипотеки. Расширение инфраструктуры, укрепление связи между регионами и территориями страны позволят снять очень многие барьеры для деловой предпринимательской инициативы. Но нужно устранять не только инфраструктурные, но и административные, бюрократические препятствия. Мы из года в год об этом тоже говорим, в том числе в строительстве. Здесь нужно действовать еще более энергично, еще более решительно. Естественно, разумеется, не в ущерб качеству и безопасности зданий, новых объектов, сооружений. Кстати говоря, создание за несколько недель новых медицинских центров во время эпидемии и Минобороны, и МЧС по этому направлению работало. Все это показало, что таких результатов можно добиваться. Отмечу, что правительство, да, я это знаю, уже докладывали, уже перевело около трети действующих норм и правил строительной отрасли в разряд рекомендаций. Поддерживаю, но хочу сказать, такую расчистку обязательно нужно вести дальше. По всем направлениям экономической жизни причем. Дело не только в стройке. Это наиболее яркий пример, но у нас и в других отраслях хватает проблем подобного рода. В целом нужно продолжать работу по улучшению делового климата, чтобы стимулировать появление новых инвестиционных проектов, прежде всего в области импортозамещения. Но, разумеется, еще раз хочу подчеркнуть, импортозамещение не панацея, мы не стремимся все импортозаместить. Сейчас не буду вдаваться здесь в детали, коллеги понимают, о чем я говорю. Опыт последних месяцев, когда международная торговля застопорилась из-за закрытия границ, показал, тем не менее, что эта задача актуальности своей не потеряла, а может быть становится еще более актуальной. Нам необходимо активно создавать собственные производственные компетенции, осваивать перспективные рыночные ниши, в том числе имея в виду развитие микроэлектронной промышленности, других критически важных направлений, включая обеспечение России и посевным, и племенным материалом в сфере сельского хозяйства. Большие резервы для качественного роста есть и для внутреннего туризма, что особенно сейчас тоже, понятно, является важным и, в общем, чувствительным для людей. Но если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм, это очевидная вещь. Но инфраструктуру нужно развивать. Без этого что такое внутренний туризм? Здесь мало создать хороший предпринимательский климат. Нужно предметно заниматься поддержкой деловой инициативы, что называется выращивать новые компании. Прошу и правительство, и регионы сосредоточить на этом свои усилия. Крепкая, устойчивая национальная экономика, без всяких сомнений, это залог успешного решения системных задач. Сейчас на фоне объективных экономических трудностей, которые возникли в последнее время в связи с этой пандемией, главное – поддержать занятость и доходы наших граждан. Этой весной мы приняли беспрецедентный пакет поддержки отечественной экономики. Причем для нас это большие ресурсы. Может быть, в сравнении с другими странами они не являются такими уж огромными. Но нам удалось это, я хочу это подчеркнуть, как положительный момент в работе правительства, сделать это точечно. И это касалось и самозанятых граждан,
вот от них до системообразующих предприятий и ключевых отраслей. Вот везде мы прошли достаточно уверенно и, на мой взгляд, нигде не промахнулись. Может быть, еще следует что-то добавить, это согласен с этим, об этом еще поговорим. Но было важно сохранить устойчивую, ритмичную работу предприятий и организаций, сберечь рабочие места и доходы российских семей. При этом, подчеркну, в приоритетном порядке поддержку получали те предприниматели, которые работают в белую, соблюдают все нормы трудового и налогового законодательства, заботятся о своих коллективах. Такая линия на обеление и повышение прозрачности нашей экономики обязательно должна быть продолжена. Прежде всего, в интересах наших граждан и отечественного бизнеса, чтобы они могли работать цивилизованно и в любой ситуации рассчитывать на помощь государства. Но чтобы они работали цивилизованно, нам, конечно, условия для этого нужно создавать. Думая о той же самой налоговой и неналоговой всякой другой нагрузке. Отмечу, что в период эпидемии мы смогли быстро, своевременно реализовать многие меры поддержки бизнеса граждан с помощью современных цифровых сервисов в удобной дистанционной форме. И, конечно, нужно шире использовать преимущества новых технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров. Вот практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас. Мы в целом к этому готовы. Нужно просто таргетировать вот это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни, в системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особенно важно в сфере ЖКХ и городского хозяйства. И, конечно, в продвижении новых бизнес-идей для развития своего дела. Причем цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что здесь нам нужно ставить ориентиры буквально на каждый год, а может быть еще и почаще. И что еще очень важно, вот есть поручение правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению деловой активности. Перечень системных решений для преодоления последствий экономического спада для выхода на траекторию устойчивого роста. Уважаемые коллеги, я предлагаю погрузить, интегрировать меры этого плана в национальный проект, проработать все значимые организационные вопросы. Вот у нас много сегодня тем для обсуждения. Давайте перейдем к работе. Передаю слово председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину. Пожалуйста, Михаил Владимирович. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, вы поставили перед нами масштабные задачи. Поручения, которые давались правительству на протяжении последних месяцев, требовали оперативной и полной мобилизации, использования всех имеющихся у нас ресурсов. Это связано прежде всего с текущей экономической ситуацией и последствиями распространения коронавирусной инфекции, а главное – с запросами людей. То, как наши граждане видят будущее страны, какие ценности считают важнейшими, отражают принятые изменения в Конституции. И все действия правительства должны быть ответом на важнейшие запросы граждан. При подготовке общенационального плана, о котором вы сейчас говорили, мы встречались с представителями политических партий, бизнес-сообщества и общественных объединений, подробно обсуждали возможную корректировку национальных целей. С учетом этого и вашего сегодняшнего выступления хотел бы еще раз сформулировать возможное содержание комплекса национальных целей. Первое – сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Второе – возможности самореализации и развития талантов. Третье – комфортная и безопасная среда для жизни. Четвертое – достойный, эффективный труд людей и успешное предпринимательство. И пятое – цифровая трансформация. Хочу подчеркнуть, что достижение национальных целей подчинено решению поставленной вами приоритетной задачи – повышению качества жизни каждого человека и направлены на прорывное развитие России, создание комфортных условий для всех, кто живет в нашей стране. Именно в логике этих национальных целей предложены ключевые инициативы общенационального плана по восстановлению экономики, представленного вам, Владимир Владимирович, ранее. Его задача – преодолеть спад экономики и вернуться к экономическому росту. Для того, чтобы достичь национальных целей развития экономики в новых условиях. Общенациональный план – это, по сути, переходный документ от антикризисных мер к развитию. В нем уже содержится часть
общественно значимых результатов национальных проектов, а также траектория движения к основным показателям достижения ключевых национальных целей в ближайшие 2 года. Конечно, потребуется дополнительное планирование и изменение различных стратегических документов. Все это определяет конкретные направления работы правительства на ближайшие годы и, безусловно, требует определенной корректировки главных параметров национальных проектов, а также базовых подходов к способам, этапам и формам их выполнения. Работать нам предстоит в условиях более жестких бюджетных ограничений. Распространение коронавируса и его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, а с другой создали новые ограничения, замедлили экономический рост, сократили доходы консолидированного бюджета. Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним. Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года, при этом максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые вы определили 2 года назад. И, конечно, учитывать опыт реализации национальных проектов, накопленный за это время. Мы должны завершить корректировку ключевых параметров национальных проектов осенью, чтобы синхронизировать ее с формированием бюджета на ближайшую 3-летку. Более подробно о конкретных шагах к достижению национальных целей расскажут мои коллеги. Важно, чтобы люди знали, какой результат будет достигнут по каждому проекту, какие конкретно появятся дороги, дома, школы, больницы, технологии, новые производства. Правительство приложит все усилия для достижения намеченных целей и решения поставленных задач. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Михаил Владимирович. Давайте послушаем наших коллег, которые работают по конкретным направлениям. И попросил бы высказаться Голикову Татьяну Алексеевну. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, доброе утро. Как вы уже отметили, Владимир Владимирович, пандемия новой коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничительные меры внесли свои коррективы в реализацию национальных проектов. Но несмотря на эти ограничительные меры, работа по реализации национальных проектов продолжалась, и нам удалось даже добиться некоторых определенных результатов. Например, в рамках национального проекта «Демография» создано почти 12 тысяч мест в яслях и детских садах. Завершено строительство 3 центров социального обслуживания нового типа. Меры, принятые в отношении стационарных организаций социального обслуживания, позволили не допустить серьезного роста смертности в этих учреждениях, как это было в других странах мира. Помимо выплат семьям с детьми, предусмотренных нацпроектом, мы осуществляли выплаты в соответствии с президентскими поручениями. Всего по состоянию на сегодняшний день выплаты по разным основаниям произведены для 26,5 миллионов российских детей на сумму 617 миллиардов рублей. Школьники и студенты были переведены на дистанционный формат обучения, что стало возможным в том числе благодаря мероприятиям, которые были осуществлены в 2019 году в рамках национального проекта образования по созданию единой цифровой образовательной среды. Созданные в рамках национального проекта «Наука» генетические центры позволили нам приступить к созданию опережающими темпами соответствующих тест-систем и вакцин. Сейчас уже проведены и завершены все подготовительные работы для начала строительства новой установки класса «Мегасайенс СКИФ» в Новосибирске, запуск которой позволит в том числе осуществить разработку новых лекарств. Уже в этом году начнется изготовление уникального оборудования, практически все оно отечественного производства. Но, конечно, основная нагрузка в этот период легла на систему здравоохранения, и пришлось в кратчайшие сроки ее перенастраивать. Отмечу самое главное. Это то, что из сложившейся ситуации мы вынесли важные уроки, которые необходимо учесть. Принятые поправки в Конституцию страны придали еще большую значимость таким сферам, как здравоохранение, образование, наука, поддержка семьи, и повысили нашу ответственность перед гражданами. Все это требует, как вы уже отметили, нового взгляда на национальные проекты. Нужна их дополнительная перенастройка. И
Мы должны не только осуществлять плановую работу, но и быть готовыми противостоять новым вызовам и угрозам. В первую очередь это касается национального проекта здравоохранения. Важно не допустить ухудшения показателей смертности от таких чувствительных для России заболеваний, как сердечно-сосудистые и онкологические. Это один из факторов сохранения населения страны и обеспечения его устойчивого роста. Мы очень внимательно подходим к оценке показателя ожидаемой продолжительности жизни. Было сделано все возможное для его ежегодного роста. Значительно до 4,4 на тысячу родившихся была снижена младенческая смертность, которая осуществляет существенный вклад в ожидаемую продолжительность жизни. За 5 месяцев этого года младенческая смертность снизилась еще на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижается смертность трудоспособного населения. Однако отсутствие понимание отдаленных последствий влияния на здоровье людей новой коронавирусной инфекции, уже сегодня имеющиеся наблюдения о влиянии этого заболевания на сердечно-сосудистую и репродуктивные системы, заставляет нас очень осторожно относиться к оптимистичным показателям оценок по ожидаемой продолжительности жизни. Но я хочу подтвердить, что мы продолжим активно эту работу и будем наращивать усилия в этом направлении. Хочу также сказать, и вы тоже уже это отметили, что сейчас вместе с регионами страны предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы восстановить плановую работу медицинских организаций. Сейчас уже правительством Российской Федерации и председателем подписано постановление о восстановлении диспансеризации населения, о вакцинации населения. При этом мы продолжаем сохранять резерв коечного фонда, и это важно для осенне-зимнего эпидемического периода. В числе наших приоритетов, которые мы будем интегрировать в национальные проекты, это развитие первичной медико-санитарной помощи, это инфекционная и санитарно-эпидемиологическая службы, это усовершенствование подготовки медицинских кадров. В части национального проекта «Демография» отмечу, что пандемия подтвердила перспективность создание новой системы долговременного ухода на дому, которая позволяет снизить вероятность заражения не только коронавирусом, но и другими инфекциями для наиболее подверженных риску людей. Нам представляется, что развитие сопровождаемого проживания перспективно обеспечивает нуждающихся в уходе граждан не только социальным, но и медицинским обслуживанием, позволяет оказывать поддержку в привычной комфортной обстановке дома. Закрытие межгосударственных границ позволило нам под другим углом посмотреть и на проблемы миграции. Нужны изменения в пользу качественной миграции, привлечение в страну высококвалифицированных кадров, в которые даже в ограничительных мероприятиях могут работать. В рамках нацпроектов «Образование и наука» предусмотрены мероприятия по повышению привлекательности вузов и научных организаций для иностранных студентов и ученых. Качественная миграция также может внести свой вклад в устойчивый рост населения Российской Федерации. В части нацпроекта «Образование» важно сконцентрировать усилия на обеспечение школ, особенно в сельской местности, необходимым оборудованием, в том числе для электронного обучения, а также повышения квалификации учителей. И тут есть решение. С этого года будет запущен ряд новых мероприятий так называемого проекта 500+, который в свою очередь направлен на реализацию адресной помощи школам, имеющим трудности с предметной и методической подготовкой, что особенно важно в условиях работы с детьми, которые были вынуждены большей частью находиться на дистанционном обучении и в режиме самоизоляции и могут столкнуться с проблемами в освоении школьной программы в дальнейшем. Нам кажется сейчас важным помочь и педагогам, и ученикам максимально комфортно с 1 сентября войти в учебный процесс и оказать им здесь всю необходимую помощь. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции как никогда показала значимость электронного обучения в дистанционном формате. И мы здесь намерены усилить эту составляющую в рамках нацпроекта образования, в частности, уже
с осени этого года провести эксперимент и апробировать единую цифровую образовательную среду, которая позволит не только повысить доступность и качество образования, но и обеспечит создание новых цифровых возможностей для детей и их родителей, и, конечно же, учителей. Это целый комплекс мер, который включает в себя инфраструктурные преобразования в школе и содержательный блок по разработке обновленного контента. В части высшего образования представляется необходимым продолжить начатую до коронавируса работу по интеграции вузов в общую повестку пространственного и научно-технологического развития страны. В этой связи в период коронавирусной инфекции мы разработали программу стратегического академического лидерства, направленную на подготовку как молодых научных кадров, так и кадров для экономик регионов. Эту программу мы обсудили с ректорским сообществом и получили ее одобрение. Мы предполагаем также усилить работу по взаимодействию университетов, научных организаций и организаций реального сектора экономики, поэтому планируем скорректировать подходы к созданию и развитию научно-образовательных центров мирового уровня и центров мирового уровня. В части нацпроекта «Наука» важно продолжить работу, и мы наметили себе уже такие перспективы по развитию не только генетических технологий, но и современных технологий ядерной физики, ядерной медицины, которые подтвердили свою важность в борьбе и с выявлением новых заболеваний. Период пандемии, как вы знаете, получил широкое развитие и распространение проект волонтерской помощи «Мы вместе». Основной костяк его участников – это молодые люди и представители некоммерческих организаций. Мы активно продолжим эту работу, используем опыт лучших практик в нашей практической жизни. Хочу также обратить внимание на сферу, которая в период пандемии приобрела особое значение и проникла практически во все отрасли. Это цифровизация. Помимо образования, о котором я уже сказала, благодаря цифровым технологиям были обеспечены возможности дистанционного представления государственных и муниципальных услуг, в том числе в сфере занятости, беззаявительный порядок представления материнского капитала и других пособий, оформление электронных больничных и ряд других направлений. В этой связи мы нацелены, и это отмечено в проекте общенационального плана, активно развивать эти сервисы в социальной сфере и перейти к так называемому социальному казначейству. Уважаемый Владимир Владимирович, уже сегодня, подводя некие итоги всех произошедших событий, мы можем четко сказать, что мы перенесли так называемый стресс на устойчивость и готовы сегодня и понимаем, какие значимые результаты для каждого человека мы должны предъявить обществу и что необходимо сделать в ближайшее время для того, чтобы жизнь наших людей стала еще лучше. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Конечно, я уже сам об этом сказал. Вот все события последних месяцев показали, что, повторю еще раз, может быть, у нас не было необходимости вкачивать такие ресурсы, как в некоторых других местах это делали, но выяснилось, что у нас в принципе эти ресурсы есть, у нас есть понимание, куда они должны быть направлены, и есть возможность достаточно быстро принимать и, что самое главное, реализовывать те решения, которые принимаются. И все это позволило нам действовать достаточно оперативно, точечно, еще раз повторю, и в общем и целом с нужным результатом. Не без проблем, повторяю еще раз, не без боев, но тем не менее с нужным конечным результатом. Тем не менее у меня есть некоторые вопросы по тому, что вы сейчас сказали. Первое, понимаю все, что связано с этой коронавирусной инфекцией, понимаю, что нет очень много факторов неопределенности, что касается отдаленных последствий и так далее. Но все-таки такой показатель, как продолжительность жизни, ясно, что мы можем иметь в виду все, что было сказано только что мною в связи с этой инфекцией, но тем не менее, это такой интегрированный показатель качества работы по очень многим направлениям. И это мы с вами все понимаем. Можно, разумеется, что-то корректировать, но у нас должны быть все-таки ориентиры, на которые мы должны
который мы должны иметь в виду и к которому мы должны стремиться. У нас должны быть определенные ориентиры не только в этом, по этому направлению, но и по другим тоже. Они не должны быть просто абсолютно размытыми и непонятными ни для нас, ни для граждан. Поэтому я вас прошу над этим подумать и все-таки эти ориентиры определить. Первое. Второе, есть ряд конкретных вопросов, мы с вами потом еще об этом поговорим, но один из них вот какой. Вы упомянули об установке Мегасайенс в Новосибирске, но мы говорили о необходимости развернуть такую же работу и на Дальнем Востоке. Что там происходит сейчас? Уважаемый Владимир Владимирович, мы приняли соответствующую федеральную научно-техническую программу в соответствии с вашим указом по установкам Мегасайенс. Я упомянула только СКИФ, потому что сейчас мы уже достаточно серьезно продвинулись в этом направлении. Это новая стройка, на которую планируется потратить существенные финансовые ресурсы. И мы, как и предполагали, согласно вашему указу, должны осуществить ее готовность к началу 2024 года. Но понятно, что сегодняшняя ситуация вносит коррективы, но тем не менее мы будем стараться добиться тех сроков, которые есть. На Дальнем Востоке мы также планируем развивать соответствующую установку и предполагали тоже там осуществить определенные работы. Сейчас мы вместе со специалистами головной организации Курчатовского института оцениваем мощность этой установки и то, какая она там должна быть в ее завершающем виде. И я думаю, что уже до конца этого года мы представим вам свои предложения о контурах того, как это должно выглядеть на Дальнем Востоке, но понимаем сейчас, что перспективы этой установки должны быть связаны с биоресурсами морского океана, с биоресурсами океана и с развитием всего того, что связано с этой сферой науки. Хорошо. Что касается оценок по продолжительности жизни, я сказала, что мы очень осторожно относимся к этим оценкам. Мы понимаем свою ответственность за показатели ожидаемой продолжительности жизни, но не можем не учитывать тех факторов, которые объективно влияют на эти процессы. Я постаралась отметить, только несколько факторов, но считаю, что при формировании окончательного подхода к оценке показателей к 30-му году мы должны еще раз внимательно посмотреть на этот показатель. Да. Я помню, что он у нас... Да, я с этим согласен, Татьяна Алексеевна. Значит, мы должны исходить из реалий, не ставить перед собой каких-то абсолютно нереалистичных целей. Я все это прекрасно понимаю. Но все-таки, я о чем только сказал? О том, что должны быть конкретные ориентиры. Можно что-то корректировать, но они должны быть конкретными. Вот я о чем говорю. Тогда нам будет понятно. Мы работаем по этим направлениям, а их там много. Это интегрированные показатели. Значит, мы работаем по всем этим направлениям, которые нас должны привести к ожидаемому результату. Нужным образом или в чем-то не дорабатываем. Вот я о чем говорю. Побольше конкретики. Спасибо. Пожалуйста, Белоусов Андрей Романович. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги. Обозначенный во вступительном слове блок задач по созданию крепкой и устойчивой национальной экономики, как было сказано, является ключевым условием решения остальных системных задач. По своему содержанию это означает обеспечение темпов экономического роста выше мировых на 3 и более процентов ежегодно. Этот ориентир ставился многократно, и он сохраняет свою, мы считаем, полностью сохраняет свою актуальность сегодня. И на этой основе рост реальных доходов граждан и рост пенсионного обеспечения выше инфляции. Согласно прогнозу, достижение таких 3% темпов роста возможно уже в 2023 году и даже ранее. Но в длительной перспективе устойчивое сохранение экономики на такой траектории развития в принципиальном плане требует, во-первых, запуска инвестиций с максимальной локализацией производства оборудования, в том числе с использованием возможностей диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Во-вторых, перехода экономики на новую технологическую базу.
В-третьих, кадрового обеспечения, включая инженерные и рабочие профессии. И в-четвертых, структурного реформирования институтов экономики, снятия регуляторных барьеров, особенно в так называемых новых областях предпринимательской деятельности. В этой связи, если позволите, остановлюсь на нескольких задачах, которые нужно решить уже в ближайшие сроки. Ключевым условием выхода на устойчивый 3% рост в обозначенный период, то есть к 2023 году, является полное и безусловное выполнение общенационального плана действий, о котором сегодня уже говорилось. Он разработан до деталей, обеспечен финансовыми ресурсами, включает 30 ключевых инициатив, сгруппированных по 7 направлениям, более 500 конкретных мероприятий. Этот план, как отметил Михаил Владимирович, охватывает период 2020 и 2021 годов, предусматривает завершение стадии восстановления экономики к середине 2021 года и уже во втором полугодии переход к активному росту. К концу 2021 года по этому плану уровень безработицы должен снизиться ниже 5%. Это ключевой индикатор его исполнения. То есть войти в приемлемую и безопасную зону. В июне, сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но по оценке уровень безработицы составит скорее 6,3%. То есть вот это снижение почти на 1,5% нужно обеспечить. А в начале 2022 года и реальные доходы граждан, и объем ВВП по стране в целом должны уже превысить соответствующие уровни 2019 года. На базе исполнения общенационального плана необходимо решить три ключевые задачи. Вот эти три ключевые задачи – это такие точки приложения усилий, если угодно, точки прорыва. Первое – это активизация инвестиций. Это не просто перезапуск инвестиционного цикла, а это выход на устойчивый рост капиталовложений на уровне не ниже 5-6% в среднем за год. То есть почти в два раза быстрее роста ВВП. Владимир Владимирович, вы сейчас говорили о конкретных ориентирах на горизонте десятилетия. Вот эти темпы означают, что рост инвестиций примерно должен составить 70% за десятилетие. Это очень большой показатель для нашей экономики и требует, конечно, существенной концентрации усилий. Для решения данной задачи разработан целый набор инструментов. Отмечу один из них – это запуск проектов в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Уже в текущем году должны быть поддержаны первые 20 проектов общей стоимостью 900 миллиардов рублей. С выходом в 2022-2023 годах ежегодно на 150 проектов стоимостью по 2-3 триллиона рублей. Владимир Владимирович, это реальные цифры, они проработаны с предпринимательским сообществом. И сейчас тут скорее тут мяч на нашей стороне, нам нужно быстрее завершить все организационные основы для реализации этого соглашения. Мы планируем это сделать уже к сентябрю. Дополнительно со следующего года будет развернута система поддержки региональных проектов. Это даст еще 250-300 миллиардов рублей инвестиций. Начали запускать новые финансовые инструменты поддержки инвестиций. Как вы говорили, это уже состоялся выпуск бессрочных облигаций, который достаточно успешно разместила РЖД. На очереди еще ряд новых видов долговых обязательств. Это цифровые финансовые активы, инструменты поддержки факторинга и ряд других. Вторая задача перехода к росту – это восстановление и развитие сектора индивидуального, малого и среднего предпринимательства, а также сектора самозанятых. Из 19,4 миллиона человек, занятых в секторе МСП, в наиболее пострадавших отраслях работает примерно четверть, порядка 5 миллионов человек. Только по программам кредитной и грантовой поддержки помощь получили около 4 миллионов человек. По программе так называемой ФОД-0 это около 1 миллиона человек. По программе ФОД-2% кредитование фонда оплаты труда по 2% это почти 4 миллиона человек. И по грантовой поддержке в апреле 3,8 и в мае 3,7 миллиона человек. Это позволило избежать наиболее негативного сценария
И мы рассчитываем, что к концу 2021 года, в соответствии с планом, общенациональным планом, численность МСП восстановится примерно до 20 миллионов человек, а в перспективе мы ставим себе ориентир 25 миллионов человек. Это для нашей страны является таким приемлемым и на самом деле достижимым показателем. Что для этого предполагается сделать? Во-первых, создать максимально комфортную для пользователей систему поддержки на основе личных кабинетов, где предприниматель мог бы решить практически все свои задачи. От регистрации уплаты налогов, финансовой помощи и консультаций до поддержки в получении кредитов и сбыта продукции. Такой системы у нас в стране пока нет, но у нас зато сейчас есть уже технические возможности создания такой системы, прежде всего благодаря реестру МСП, которое создала налоговая служба. И вот на основе этого реестра мы планируем поэтапно такую систему создать и внедрить. Во-вторых, создать механизм акселерации компании МСП, нацелить налоговые, финансовые, инфраструктурные инструменты не просто на поддержку, а именно на рост бизнеса и числа рабочих мест. Резко снизить барьеры входа для вновь начинаемых предпринимателей, снизить риски и облегчить первые шаги. На решение этих задач мы сейчас вместе с «Опорой России» перенацеливаем соответствующий национальный проект, его финансовые и организационные ресурсы. Третья задача ускорения экономического роста, третья точка приложения усилий – это использование резерва увеличения экспорта несырьевых, неэнергетических товаров. Его объем составляет порядка 150 миллиардов рублей. Если говорить точнее, в 2019 году 154 миллиарда, в этом году мы провалимся несколько ниже 150. Но это всего 9% ВВП. В развитых странах это 30-40-50%, как правило. Что означает задача довести этот показатель хотя бы до 14-15% ВВП, что означает рост в сопоставимых ценах до 250 миллиардов долларов, то есть почти в 1,7 раза. Для того, чтобы решить эту весьма непростую задачу, нужна прежде всего реинтеграция, по сути, реинжиниринг системы поддержки экспорта. В нашей стране уже есть практически все ее элементы. Есть межправкомиссии, система торгпресс, субсидии, специализированные институты развития, более десятка ведомств выдают всевозможные разрешения. Однако отдачи пока явно недостаточно. Почему? Потому что эти элементы не скоординированы между собой и, кроме того, отягощены огромным количеством барьеров, бумаг, документов, процедур, проверок, подтверждений сведений, за которыми часто стоят интересы не экспортера, а ведомств. Задача реинжиниринга системы поддержки экспорта в интересах, хочу это особо подчеркнуть, конечного бенефициара, то есть экспортера, имеет две составляющих. Во-первых, это изменение бизнес-процессов системы, выстраивание сквозных процессов во всех ведомствах для достижения конечной цели увеличения экспорта. И во-вторых, цифровизация, уход от бумажного документа оборота к обмену данными, автоматизация разрешительных и контрольно-надзорных процедур. Технологической организационной базой обновленной системы поддержки экспорта станет цифровая платформа «Одно окно для экспортера». Сервисы этой системы, а их планируется создать более 40, в том числе 24 государственных, обеспечат решение всех основных задач экспортера, включая получение аналитической поддержки, субсидий, льготных кредитов, выдачи разрешений, взаимодействие с таможенной и налоговой службами. На создание этой платформы правительство активно работает вместе со Сбербанком. Решение этих трех задач ускорения роста в качестве обязательного условия предполагает глубокое структурное реформирование регуляторной базы экономики, о чем, собственно, было сказано во вступительном слове. Правительство уже приступило не только к разработке, но и к реализации дорожных карт трансформации делового климата. Они охватывают 15 направлений. Первый этап – это 5 дорожных карт, наиболее таких прорывных, важных, чувствительных – это строительство, это поддержка экспорта, корпоративные отношения, интеллектуальная собственность и новые формы ведения бизнеса. По каждому из этих направлений созданы рабочие группы совместно с бизнесом, и уже в весеннюю и осеннюю сессии планируется принять ряд важнейших законов. И в заключение, условием перехода к росту является завершение к середине десятилетия
плюс-минус 1-2 года крупнейших транспортных мегапроектов. Их 7. Стратегически расшивающих узкие места во внутренних и трансграничных грузопотоках. Это, во-первых, БАМ-Транссиб, увеличение более чем в 1,5 раза провозной способности в восточном направлении со 123 миллионов тонн груза в 2019 году до 180 миллионов тонн в 2024 и 210 миллионов тонн в 2025 году. Это очень трудная задача, но есть все основания считать, что мы с ней справимся, и как раз выпуск вечных облигаций РЖД связан с решением этой задачи. Это железнодорожные автомобильные подходы к морским портам в южном и северо-западном направлениях. Это крупнейшая система скоростных автодорог международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай с обходами крупных городов. Это транспортное соединение центров экономического роста, включая центральный транспортный узел и центральную кольцевую автодорогу Московской области, очередной этап которой был только что буквально запущен. Это приведение в нормативное состояние региональных автодорог и дорог крупнейших городских агломераций. Это развитие Северного морского пути, и это развитие сети 65 региональных аэропортов, в том числе 39 на Дальнем Востоке, и маршрутно-авиационной сети, минуя Москву. Суммарная стоимость этих проектов за счет всех источников – это более 9 триллионов рублей, то есть более 8% годового ВВП страны. Их реализация создаст каркас новой опорной транспортной сети страны, сформирует новые региональные центры роста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, задачи сложные, но выполнимые, будем добиваться успеха. Спасибо. Да. Спасибо большое, Андрей Романович. Ясно, что там много инструментов достижения целей, о которых вы сейчас сказали. Один из них – это повышение производительности труда. Ясно, что добиваться этого можно и нужно в том числе теми способами и средствами, о которых вы уже упомянули. Тем не менее, хотелось бы, чтобы вы несколько слов сказали именно вот по этому направлению. У нас уже третья попытка решить этот вопрос. Значит, сейчас мы идем следующим путем. Мы создаем тоже с использованием новых всех наших возможностей большую платформу, куда заводим две группы инструментов. Первый инструмент – это инструменты, связанные с внедрением так называемого бережливого производства. У нас в нашей стране накоплен опыт. Есть специально созданная уже сеть консультационных услуг. И, собственно, задача этой сети состоит в том, чтобы обеспечить аккумулирование, обучение и распространение лучших практик в этой области. Там поставлены конкретные ориентиры, конкретные задачи, и ориентир состоит в том, чтобы примерно 5000 крупных предприятий, хочу это подчеркнуть, это примерно 10% всех предприятий крупных в стране, охватить этими мерами. И вторая составляющая, мы сейчас к ней только приступили, создали специальную группу, которая сейчас этим занимается, я этим так занимаюсь в еженедельном режиме, это заведение тоже на эту же платформу тех цифровых средств, которые позволяют кардинально повысить производительность труда за счет цифровизации. Это так называемые системы ERP, то есть цифровизация заготовки, логистики, всего бэк-офиса компании и так далее. Есть такие разработки. Соответственно, это цифровизация жизненного цикла изделий, это цифровизация бизнес-информации, это доступ к маркетплейсам, то есть доступ к системам продвижения товаров на рынок и так далее. Только начали эту работу, очень здесь рассчитываем на взаимодействие с Ростехом, Росатомом и РЖД, у нас есть уже такие договоренности. Вот, будем ее реализовывать и исходим из того, что результаты должны быть первые. Первый прототип такой системы должен быть сделан к концу текущего года. Мы много раз, постоянно, собственно говоря, об этом ведем речь. Нам нужно создавать условия для того, чтобы стимулы создавать для работы в цифре. Вот мы с Михаилом Владимировичем недавно обсуждали,
просят провести отдельные совещания по развитию высокотехнологичных отраслей. Михаил Владимирович, давайте запланируем это, сделаем обязательно. Нужно не упускать из нашего поля зрения, постоянно держать это под лупой, что называется, все эти вопросы. Постоянно обращать на них внимание, работать с этим. Но то, о чем вы сказали, безусловно, чрезвычайно важно. Просто хочу акцентировать на это внимание. По поводу инфраструктуры. Понятно. Есть дорога, есть деловая активность. Нет, чистое поле или, наоборот, непроходимая тайга, ничего там не будет. Значит, но у нас некоторые вещи, они у нас откладываются из года в год. Вы упомянули по БАМу, Транссибу. Да, сделано кое-что, о чем мы договаривались. Тем не менее, средства раньше выделялись на эти проекты, да? А в полном объеме то, на чем мы рассчитывали, пока не реализовано. Ясно, что все эти решения должны соответствовать действующим реалиям и прогнозам развития отраслей. Но исхожу из того, что мы вместе с вами выстроим работу таким образом, чтобы мы и здесь и не опаздывали. Не опаздывали. Забегать вперед опасно, деньги истратишь, а загрузки не будет. Я отдаю себе в этом отчет. Но и опаздывать нельзя. Прошу вас обратить на это внимание. Но я думаю, что Марат Шакирзянович остановится на этом поподробнее. Пожалуйста, Марат Шакирзянович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги. Мы внимательно проанализировали все показатели и условия, необходимые для достижения всех национальных целей. Особенно цели комфортной и безопасной среды для жизни. В целях жилищного строительства могу сказать, что ключевым, конечно, фактором на покупку жилья являются доходы населения. И то, что мы видим по Минэкономразвитию, прогноз, что мы к 2022 году только восстановим наши доходы, является несколько сдерживающим фактором. Но в то же время, Владимир Владимирович, второй ключевой фактор, влияющий на этот показатель, это является ипотека. И вот простой пример. В апреле месяце мы по ипотеке, по объему выдачи ипотеки упали на 40%, но мы оперативно у вас на совещании приняли решение, и вы поддержали строительство, строительную отрасль и развитие ипотеки. В результате, по итогам этого полугодия, мы уже перевыполнили показатель прошлого года в физическом выполнении на 5%, а в денежном выражении на 14%. Что это значит? Это в экономику пришло 1 триллион 440 миллиардов рублей, что позволило фактически спасти строительную отрасль от остановки. Могу сказать, по предыдущим экономическим кризисам, при любой экономической ситуации падение объема ввода ипотеки, оно в среднем на 20-30%. То есть мы одной такой эффективной мерой смогли не только остановить это падение, но и дальнейшее и увеличить по сравнению с прошлым годом. Поэтому считаю, что в нашей работе, конечно, ключевой вопрос – это будет продление мер по ипотеке. И при выдерживании вот даже тех параметров, которые есть сегодня, мы в этом году, Владимир Владимирович, показатель, который был в 2018 году заложен, снижение ипотеки ниже 8%, уже перевыполним в этом году, несмотря на все сложности. И это безусловный посыл, что население верит в то, что жилищное строительство будет развиваться и, соответственно, будет покупать жилье, что является самым главным фактором для обеспечения ввода. Что касается вопроса по предложению, формирования предложения, ввод. У нас, конечно, несколько ухудшилась ситуация по итогам полугодия, несмотря на то, что мы в первом квартале вышли с 5% ростом. По итогам второго полугодия у нас несколько уменьшился ввод, почти на 11%. Мы считаем, что до конца года мы сейчас частично снивелируем эту ситуацию, но мы все-таки будем и видим ввод на уровне 75-78 миллионов, что говорит о том, что расти нам нужно будет очень быстрыми темпами. Показатель в 120 миллионов квадратных метров выполним, но, как я сказал, уже нужно выполнить целый ряд условий. И, конечно же, сам, вот если масштаб посмотреть, то мы с 75 до 120, это рост почти в 60%. Это целой отрасли показатель. И для этого нужна очень напряженная работа и выполнение целого ряда условий. Тем более, что у нас еще кроме коронавируса, конечно, переход на счета из кроу тоже повлиял на эту ситуацию. В то же время
Сейчас мы ведем большую работу с регионами, застройщиками, ведем работу по увеличению объемов предложений, считая, что та плановая работа, которая у нас есть, все-таки позволит нам в перспективе этот показатель выполнить. Также хотел обратить внимание на показатель, связанный с финансированием. Конечно, сейчас нам пока довели прогноз следующего года минус 10%, но я считаю, что все-таки надо больше делать упор на внебюджетное финансирование и при выполнении всех показателей, которые у нас заложены в национальном плане, а у нас 170 мероприятий заложено из 500, вот при выполнении всех этих показателей мы точно совершенно сможем снять административные барьеры. Мы их очень подробно у Михаила Владимировича обсуждали, с Андреем Ремовичем, со всеми коллегами обсудили. Могу сказать, что уже сейчас в результате принятых решений мы почти на год сократили все наши административные процедуры, и еще в этом у нас есть огромный резерв. Я думаю, что это тоже будет серьезным фактором, выполнить все наши национальные цели в ближайшие годы. Итак, мы видим где-то показатель 5 миллионов семей и 120 миллионов квадратных метров к 2026-2027 году при выполнении всех этих условий. Показатель повышения качества городской среды. Этот показатель непростой, но реализуемый. Сейчас он уже организован. Мы видим, что в полтора раза его можно действительно увеличить. Весь вопрос организационной работы и финансирования. Все регионы в эту работу очень активно втянулись. Что касается транспортного строительства, мы предлагаем показатель остановиться в сфере дорожного строительства до 80% в нормативном состоянии крупнейших городских агломерациях. Хочу сказать, Владимир Владимирович, что мы в этом году идем по дорожному строительству с серьезным опережением. Это благодаря тем принятым решениям по финансированию своевременному, по снятию ограничений и по вот этой оперативной штабной работе с регионами. Никаких сомнений в выполнении показателей у нас нет, только финансирование и организационная работа. А в целом для всего транспортного строительства, о чем говорил Андрей Ремович, у нас подготовлен еще очень серьезный транспортный закон, который мы ожидаем в течение ближайшей недели, он выйдет, позволит снять огромные ограничения в строительстве. И вот ваша фраза уже, которая стала афоризмом сегодня у всех строителей, СНИП и ХРИПы, они будут продолжены снижением всех этих административных барьеров. Поэтому деньги есть, нужно привлекать сейчас при недостатке бюджетного финансирования внебюджетное финансирование. Мы очень активно этим вопросом занимаемся, различные механизмы отрабатываем, считаем, что при принятии всех этих показателей мы можем справиться со всеми поставленными задачами. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Спасибо вам. Вы знаете, пару слов хочу в этой связи сказать. Вот что касается жилищного строительства. Конечно, вы абсолютно правы, но нужно все сопоставлять с ростом покупательной способности граждан. Это вообще наша задача такая многоплановая, к этому нужно стремиться, и будем это, безусловно, делать и с точки зрения борьбы с бедностью, и в целом для экономики чрезвычайно важно. Но есть и другая сторона, и мы будем этим заниматься, без всякого сомнения, но есть и другая сторона этой медали, а именно необходимость снижения издержек и как результат снижения стоимости жилья. Вот вы сказали, деньги есть. Меня это радует, с одной стороны. С другой стороны, немножко настораживает. Мы не должны, как сеятель, туда вот эти деньги насыпать, не понимая, какова отдача от этих вложений. Поэтому все ограничения, издержки и прочее, все, что ведет банковская сфера, это все, что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья, оно должно быть в поле нашего внимания, в поле нашего зрения, внимания и должно приводить к конечному результату, а именно к таким ценам, которые были бы по карману людям. Вот о чем мы должны думать. Об этом прошу вас тоже не забывать. Значит, и вот что еще. Я абсолютно убежден. Вот понимаете, абсолютно убежден. Имея в виду и
темпы экономического роста, те, которые нас сегодня не очень устраивают, но мы понимаем перспективу этих темпов. Мы исходим из дальнейшего роста благосостояния граждан, иначе зачем мы работаем, понимаете? Вот это же наша цель конечная. Мы исходим из изменения, качественного изменения самой отрасли. Новые материалы, новые технологии и так далее и тому подобное. У нас, вы понимаете, что я хочу сказать? У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Поэтому я прошу правительство в целом, ну и вас, как человека, который отвечает за эту сферу деятельности, уделить этому направлению особое внимание. Повторю, шансы есть. Вы назвали 5 миллионов семей могут получить жилье к 2026 году. Ну, это такая реалистичная абсолютно. Но мне кажется, можно реалистичная цифра, но можно и большего добиться. Надо только ставить перед собой амбициозные цели. Вы упомянули переход на эскровые счета. Но опасений было много. Но все-таки и сами представители отрасли говорят, что ничего драматического не произошло. Не произошло ничего такого, чтобы нас повергло в какой-то шок, и мы должны были бы отруливать назад в направлении перекладывания опять ответственности и финансовых рисков на плечи граждан. Нет, государство должно нести эти риски. Финансовые системы должны нести эти риски. И очищая таким образом эту сферу деятельности, мы все-таки должны обеспечить движение вперед и развитие. Я вот прошу исходить из этого. А в целом, мне кажется, что мы сейчас идем по правильному пути. И вот то, что вами было в последнее время сделано по расчистке завалов административного характера, это абсолютно правильно. Я уже говорил в вступительном слове, нужно продолжать это. Спасибо. Пожалуйста, Чернышенко Дмитрий Николаевич. Уважаемый Владимир Владимирович, Михаил Владимирович, коллеги. Начну с национальной цели сохранения населения, здоровья, благополучия людей, о чем вы сказали. В зоне порученной ответственности за развитие спорта один из показателей нас проекта «Демография» к 2024 году увеличить долю регулярно занимающихся спортом до 55%. Сейчас у нас этот показатель 43% или 58 миллионов человек. Я считаю, что эту планку нужно поднимать еще выше, до 70%. К 30-му году. Далее, и это тогда нужно будет обеспечить рост регулярно занимающихся 8-9% в год. Это достаточно амбициозная, но достижимая цифра. Далее, национальная цель, о которой вы сказали, возможности самореализации и раскрытия таланта каждого. Здесь раскрытие культуры закреплено теперь в Конституции, которая была поддержана гражданами 1 июля. И там очень важные слова про наше уникальное наследие и то, что это охраняется государством. И правительство должно обеспечить единую социально ориентированную государственную политику в области культуры. Мы видим, что интерес к культуре растет, и это обеспечивает продолжающийся рост. И сейчас, во время пандемии, мы увидели о том, что, несмотря на то, что физически посещать было сложно заведения культуры, мы видели большой интерес граждан к цифровым ресурсам прежде всего. Особенно популярными были онлайн-площадки театров, концертов, виртуальные музеи. Уже через 4 года этот показатель мы удвоим посещение культурных мероприятий, а к 30-му году, я думаю, что и утроим. Это такая амбициозная, но достижимая цель. Далее вы и все докладчики говорили, очень, наверное, самое часто употребляемое слово, помимо роста, это было слово «цифровизация», «цифра». И сформулированная вами национальная цель «Цифровая трансформация» – это новая
очень важная задача. Она действительно сквозная, она охватывает буквально все отрасли экономики и социальной сферы. Это и здравоохранение, и образование, и промышленность, и сельское хозяйство, строительство, вы и про ЖКХ говорили, транспорт, энергетика, финансовые услуги, ну буквально все. И здесь, конечно, стоит задача ускорения технологического развития. И цифровизация не просто существующих процессов, а совершенно кардинально новый подход к цифровизации будущих услуг, ориентированных на каждого человека. Вот эта клиентно-центричность в новых целях, это, наверное, самое главное, от чего мы должны отталкиваться. Буквально недавно Михаил Владимирович провел очень интересную сессию в Иннополисе, где как раз встречались с бизнесом, и там обсудили очень важные вещи, которые полностью совпадают и с тем, что вы нам поручали, и с видением правительства. Она основана как раз на том, той государственной поддержке отрасли, которая должна обеспечить очень существенный рост и вывод России на лидирующие мировые позиции. И специальный налоговый маневр, который предлагается сейчас осуществить, когда налоговая нагрузка для российских компаний при ведении бизнеса в России точно не должна быть выше, чем налоговая нагрузка для иностранных компаний, которые извлекают прибыль от бизнеса в Российской Федерации. И второе, то, что заниматься бизнесом из России было выгоднее, чем не из России. Вот эти вещи и, там, соответственно, снижение различных нагрузки, налоговые, там, социальные взносы и так далее, были очень горячо поддержаны всеми. И действительно, это даст возможность такому буквально прорыву. Так же, как и создание новой регуляторной среды, регуляторных песочниц, эксперименты, особенно в таких сферах новых, как быстро развивающийся, как транспорт, где будет апробация внедрения беспилотных машин, транспорта, в финансах, в госуправлении прежде всего, в том числе и вот дистанционное предоставление государственных услуг, эффект от которого мы все ощутили во время пандемии. Это уже создан новый стандарт, его уже возвратить невозможно, и этот успех действительно нужно мультиплицировать и развивать дальше. Ну и, конечно, искусственный интеллект. Это перестает быть какими-то абстрактными словами, и помимо того, что мы продолжаем поддержку и акселерацию различных отечественных компаний для того, чтобы они разрабатывали какие-то новые предложения в области искусственного интеллекта, сейчас большой фокус и большое значение придается уже практическому внедрению вот искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. И что очень важно, учитывая клиентоцентричность наших задач в социальной сфере. Ключевые отрасли экономики, в соответствии вот с тем посылом, который вы дали, мы считаем, что к 30-му году должны достичь своей цифровой зрелости. А к 30-му году, для того, чтобы обеспечить вот действительно такое полное проникновение всех благ и возможностей от цифровизации, нужно, чтобы 95% всех социально значимых услуг для граждан были доступны онлайн. А для этого, конечно, потребуется, чтобы у нас, ну, практически все население нашей страны было обеспечено широкополосным доступом к интернету. Мы предлагаем на показатель 97% домохозяйств, которые будут подключены к интернету. Также было ваше поручение о переходе на российское программное обеспечение и на российское оборудование везде, где это возможно. Ну, вы правильно сказали, без каких-то там перегибов. И, конечно, мы поддержим наших российских своих разработчиков. И цель — нарастить объем вложений в отечественные IT-решения в 4 раза к 30-му году. Также, Владимир Владимирович, я очень был рад, когда вы отметили это, специально упомянули, потому что у нас так получалось, что ранее как бы туризм, ну, даже не упоминался нигде. А сейчас очень важно включить в перечень национальных проектов новый нацпроект в сфере туризма и гостеприимства. Мы сейчас по поручению премьера его разрабатываем, представим для рассмотрения.
Так мы приведем практически к общему знаменателю все задачи по развитию туризма в нашей стране. Откроем нашу страну для наших граждан. У нас огромный потенциал. У нас, конечно, Россия уникальная страна. Она представлена во всех практически климатических зонах, от Арктики до субтропиков. Дальний Восток, Камчатка, Байкал, Сибирь, Урал, Алтай. От одних названий только хочется, конечно, туда даже уже поехать. Ну и традиционные наши курорты, и Краснодарский край, и Крым, круизы по рекам России. Все это, конечно, обеспечивает, должно быть обеспечено инфраструктурой, как вы сказали. И сейчас вот главный как раз фокус возможного создающегося национального проекта в сфере туризма будет как раз координация усилий различных других программ для того, чтобы и инфраструктура, и возможности для бизнеса были сконцентрированы в тех местах, куда может массово поехать наш туризм. Да, сейчас есть ограничения для выезда наших граждан временные за рубеж, но мы при этом понимаем, что у нас внутренний потенциал, он настолько огромен, у нас 60% населения не путешествует за пределы своих регионов, а гораздо интереснее и больше возможностей есть как раз для того, чтобы увидеть это в нашей стране. Ну, помимо того, что, конечно, рост туризма дает невероятный мультипликативный эффект, увеличивает количество рабочих мест, задействованных в этой инфраструктуре, и синергетический эффект дает прямое влияние больше, чем на 50 различных других экономик. И мы ожидаем огромный вклад совокупный в рост ВВП, уже от одной только координации действий, которые мы с коллегами сейчас обсуждаем при подготовке как раз туризма. Ну и, конечно, создав инфраструктуру для наших граждан, чтобы каждый человек мог отдохнуть в нашей стране, мы еще сильнее увеличим привлекательность и для международных туристов, которые будут приезжать к нам. И мы ожидаем, что будет огромный поток и интерес. Конечно, все хотят приехать в Россию. И для этого нужно будет подготовить соответствующую инфраструктуру. Если дадите такое поручение, мы бы такой национальный проект представили для вас. Владимир Владимирович, предстоит большая работа, но цели амбициозные, и они позволяют настроиться на эффективную работу. Так что будем работать. Спасибо. Дмитрий Николаевич, у вас очень большой блок, поэтому я здесь на всем не смогу остановиться. Вы некоторые вещи затронули, но тем не менее начну вот со спорта, с физической культуры. Вы человек, который глубоко понимаете эту проблему, еще начиная с работы по подготовке Олимпийских игр в Сочи. Вот 55% до 55% увеличения количества граждан, занимающихся спортом, физической культурой. Много это или мало? Давайте посмотрим, что в Финляндии происходит. Тоже северная страна, как и Россия. Вот и сравним. Значит, и я думаю, что сравнение будет не в нашу пользу. Конечно, для того, чтобы заниматься физкультурой, спортом, вроде как деньги надо вкладывать. Да и не вроде как, а точно совершенно. Нужны соответствующие сооружения, объекты. Но, вы знаете, гораздо более ценным является другое обстоятельство. Внимание к этой теме. На федеральном, региональном и на, что важнее, может быть, еще и на муниципальном уровне. Ведь детская площадка, спортивная площадка во дворе, либо непрофессиональная футбольная площадка где-нибудь в деревне или в поселке городского типа, они стоят копейки, а результат колоссальный. Вот на это просто нужно нацеливать региональные и муниципальные команды управленческие. Нужно этим заниматься постоянно, держать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания, не выпускать из этого. И обращать на это внимание коллег на всех уровнях. И мы вот увидите, точно результат будет. Но, разумеется, без денег ничего не бывает, надо и деньги вкладывать. Но надо их планировать, надо понимать приоритеты. Это один из очевидных приоритетов. Это здоровье нации, здоровье людей и здоровый образ жизни. Это отрыв от всякой наркоты, от алкоголя и так далее, особенно молодых людей. Это точно одно из приоритетных наших направлений.
Что касается другой сферы вашей деятельности, цифры высокотехнологичных отраслей, мы уже говорили с председателем, много раз это обсуждали. Про туризм сейчас не буду говорить, а вот это, я уже упомянул об этом, и вы достаточно подробно сказали, здесь нечего добавить. А что касается вот этой сферы цифровизации, программного обеспечения нашего отечественного и так далее, надо условия создавать. Действовать нужно решительнее, мы должны быть глобально конкурентоспособны. Глобально конкурентоспособны. Здесь нечего бояться. Понятно, там могут быть какие-то выпадающие доходы бюджета. Но, мне кажется, смелее надо идти на это. Мы тогда создадим, расширим горизонт нашего развития. Решим проблемы, связанные с повышением производительности труда и с ростом экономики в целом. Создадим новую структуру нашей экономики. Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем... Болото вокруг нас будет хлюпать. Так не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях. Нужно двигаться здесь активнее. Активнее, еще раз активнее. Но я знаю, что определенные конкретные планы у правительства есть. Они должны быть реализованы. И нужно выстраивать новые горизонты работы по этому направлению. Пожалуйста, коллеги, у меня, к сожалению, сейчас должно состояться... Протокольное мероприятие. Тем не менее, если кто-то хотел бы что-то добавить, обращаюсь к участникам нашего сегодняшнего совещания. Поднимите, пожалуйста, руку и назовите себя. Все, тогда будем заканчивать. И что хотел бы сказать в заключение? Во-первых, я, конечно, хочу вас всех поблагодарить за конструктивную работу. То, о чем мы сегодня говорили, без преувеличения, касается каждого гражданина нашей страны. Решения, которые мы должны принять, то, что мы сегодня обсуждали, это все задает тенденции, безусловно, во всех ключевых сферах, определяет развитие России на годы вперед. И хотел бы еще раз подчеркнуть, в основе этих решений, безусловно, воля граждан, выраженная в голосовании по поправкам Конституции. Стремление и желание людей обустроить свою жизнь, женить своих семей. Конечно, Конституция – это фундаментальный базовый закон. Но все-таки мы должны исходить из того, что нам на основе этого базового закона нужно работать над конкретными вещами. Нужно жизнь наших людей делать лучше, комфортнее, удобнее. Отсюда те высокие требования, которые стоят перед каждым уровнем и органам власти. Я сейчас как раз об этом говорил по различным направлениям нашей работы. И этим требованиям мы, безусловно, обязаны соответствовать. Выстраивать стратегические планы, программы, формировать бюджетные приоритеты. С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, с правительством в целом, подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года, так как сегодня коллеги и предлагали. Исходя из положения указа, прошу правительства при участии Госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальный проект. Я сегодня понял, что есть предложение по этим корректировкам. Нужно исходить из реалий, согласен с этим. Но чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которых мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех, но, разумеется, и для результатов нашей работы, для граждан в конечном счете. Рабочая группа Госсовета прошу подготовить предложение по уточнению показателей эффективности работы региональных команд, региональных властей. И, конечно, крайне важно усилить постоянную обратную связь с людьми, с гражданами. Общественный контроль нужно усилить за реализацией национальных проектов. Очень рассчитываю здесь на активное участие в этой работе Общероссийского народного фронта и Общественной палаты. Уважаемые коллеги, я хочу вас поблагодарить за содержательную дискуссию сегодня и очень рассчитываю на то, что мы будем самым активным образом добиваться тех целей, которые перед собой ставим. Спасибо большое.